Где Приамвада? Суман, где принцесса? Где Приамвада, Суман? Почему ты молчишь? Отвечай, где она? Не смей молчать! Она сбежала. Маэтили, сообщи страже. Она не могла уйти далеко. Остановите ее. Да, Ваше Величество. Простите, Ваше Величество. На этот раз мы не смогли остановить принцессу. Она действительно сбежала. Восемьдесят семь, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Отлично, принцесса! Ты выбралась из дворца. Надо бежать! Никто не должен узнать, что принцесса сбежала. Иначе всему конец. Это вопрос престижа. Дорогие гости, мне очень жаль. Мы все ждали принцессу Приамваду, но она, к сожалению, неожиданно заболела. Сейчас она отдыхает в своей комнате, и я не смогу представить ее вам. Прошу прощения, но праздник продолжается. Пожалуйста, веселитесь. Где же он хранит свои ролики? Как я найду их в такой большой комнате? Ищи, ищи, Прэм. Боже, пожалуйста, помоги мне найти ролики. Пожалуйста. Боже, спасибо, что услышал меня. Я похож на актера Салмана Кхана. Прэм или Салман Кхан? Одно и то же лицо. Я уверен, ни одна героиня не сможет перед ним устоять. Ни одна. Верно? Так и эти ключи он тоже украдет. Упс. Как я мог забыть? Ролик. Прям? Классная куртка.
Спасибо. И парфюм тоже классный. Кстати, а куда это ты так нарядился? Никуда. Я просто работал весь вечер. Отвечал на письма по электронной почте. А в комнате вдруг похолодало, я надел куртку. Пойду прогуляюсь. Ты сказал по электронной почте? Совсем забыл сказать, компьютер починили. Твоя Симран, наверное, уже ждет тебя. Как раз хотел об этом спросить. Пока. Боже. Пожалуйста, пусть Симран будет в сети. И я узнаю ее настоящее имя. Та, кого ты ждешь, не появится. Потому что сейчас принцесса уже сбежала из дворца, чтобы встретиться со своим принцем. И на этот раз им стану я, а не ты. Извини, Арджун, но кажется, принцесса моя судьба. Прям, почему ее нет в сети? Терпение, друг мой, терпение. Я не могу ждать. Ты слышал о теории Васту Шастра? Возможно, вибрации в твоей комнате не сочетаются с твоей возлюбленной. Попробуй в другом месте. Правда, иди, попробуй. Кто знает? Хотя бы попытайся. Ты прав. Кто знает? Странно. Как можно спать на улице? Скажите, а почему вы спите на дороге? Я сплю здесь с 20 лет. Почему? У вашего папы нет дома? В домах живут богатые, а не нищие вроде нас. Уходи, дай мне поспать. Рано утром я пойду просить милостыню. А зачем? О, Боже. Чтобы достать деньги. У меня есть с собой немного денег. И можете взять мою куртку. Боже мой, дочка, кто ты? Я птица, которая наконец обрела свободу. Я хочу расправить крылья и обнять весь мир. Но сейчас мне надо поскорее попасть в Редфорд. Скажите, пожалуйста, как мне туда добраться? Ну, дочка, Редфорд довольно далеко. Надо ехать на автобусе. Большое спасибо. Ложитесь, спите. Спокойной ночи, сладких снов. Я должен стать похожим на моего друга Арджуна. Я должен выглядеть, как он. Боже. Надо же. Фирменная куртка. В ней я точно буду похож на Арджуна. Надо снять свою. И надеть эту. Платиновая карта вместо золотой. Молодец, Прэм. Что вы здесь делаете? Хочу сесть в автобус. Тогда обойдите его. Так вход с другой стороны? Я не знала. Вы что, никогда не ездили на автобусе? Вход там. Садись ко мне в машину, садись ко мне в машину. Нас ждет далекий путь, поедем с ветерком. Никто нас не остановит. Так.
Так, а где же мои ключи? Кажется, я оставил их в другой куртке. Боже, что же мне теперь делать? Что делать? Что делать? Если я вернусь, Арджун меня увидит. А если Арджун меня увидит, у меня будут неприятности. Что же делать, Прэм, что делать? Так, хватит ныть. Пора ехать. Можно поймать такси или доехать на автобусе. Иначе принцесса уйдет. Нельзя упустить такой шанс. Беги, Прэм. Беги. Беги. Быстрее беги к своей принцессе. Я заботилась о ней 18 лет. Я всеми способами пыталась удержать ее от побега, чтобы предсказание жреца не исполнилось. Но из-за проступка принцессы Приамвады все рухнуло. Все рухнуло. Муктимахал обречен. Ваше Величество, неужели это важнее судьбы вашей дочери? Молчи. Я ценю свое положение и честь выше, чем свою дочь. Да, моя репутация мне важнее. Ваше Величество, пожалуйста, успокойтесь. Поймите, то, что произошло, все равно рано или поздно должно было случиться. В гороскопе принцессы При сказано, что горе обрушится на Муктимахал, если она покинет дворец до замужества. Никто в этом мире не может изменить судьбу. Ни вы, ни брат Удай, ни я. Никому это не под силу. Санукта, мы должны сообщить комиссару, что принцесса сбежала из дворца. Если сообщим комиссару, эта новость разлетится со скоростью света. Ее подхватят журналисты, и все узнают, что здесь произошло. А потом... Что будет потом? Нет, я попрошу комиссара не говорить с журналистами. Пресса ничего не должна об этом знать. Симран, пожалуйста, появись. Я так долго тебя жду. Так долго. Привет, пап. Арджун, мне надо с тобой срочно поговорить. Арджун. Да, пап, я слушаю. Арджун, оторвись от компьютера. Я слушаю. Арджун, что с тобой? Я хотел, чтобы ты поднял наш бизнес на новую высоту и добился уважения. Хотел, чтобы мой сын продолжал мое дело, чтобы нас уважали все остальные производители и поставщики. Арджун, все. Хватит. Если еще раз посмотришь на экран, я решу, что тебе компьютер важнее родного отца. Пап, ну что с тобой? Даже дома ты говоришь только о работе. Неужели тебе не хватает разговоров о работе в твоем офисе? Может, хватит уже. Прекрати. Арджун, мне очень не нравится твое отношение. Если хочешь чему-то научиться, сначала научись уважать своего отца. А потом, когда хочешь поговорить, приходи за документами. И занимайся своим компьютером. Но, пап! Черт!
Мой отец хуже фашиста. Госпожа, позвольте мне здесь сесть. Садитесь. Госпожа, куда едете? А куда едет этот автобус? Он делает много остановок. Новый Дели, Старый Дели, Редфорд, Тилак, Нагар, Отель Нагар. Куда вам? Мне надо в Редфорд. Ясно. Деньги, пожалуйста. Деньги? За что? Деньги за ваше место. В чем дело, госпожа? Я не понимаю. Я не буду сидеть. У меня нет денег. Я встаю. Ничего страшного. Неважно, едете вы, сидя или стоя. Мне все равно. Нужно, чтобы вы купили билет. Не я хозяин этого автобуса, и правила эти не мои. Хорошо. Тогда я куплю билет. Дайте мне ваш адрес. Адрес? Я пришлю вам чек. Вы это слышали? Она собирается прислать мне чек на 7 рупий. Нет, так не пойдет. Давайте деньги, госпожа. Но у меня нет денег. Я отдала все деньги нищему. Сегодня мой день рождения. И мне очень надо попасть в Редфорд. Там я встречаюсь со своим принцем. Ну, пожалуйста. Знаете что? Скажите своему принцу, чтобы приехал к вам в Мираули. В Мираули? Так называется эта остановка. Это Мираули, а это Кутаб-Минар. Выходи и звони своему принцу. Замолчите. Никто не смеет так со мной разговаривать. В моем дворце ко мне все относились с уважением, и вы не должны так со мной обращаться. Она не принцесса. Наверное, насмотрелась исторических фильмов. Я не притворяюсь принцессой, я и есть принцесса. Принцесса Китпура. Принцесса Приямвада Сингх Ратор. Что же делать? Госпожа, простите меня. Я прошу прощения, что не узнал вас сразу. Но ничего, это не помешает мне высадить вас из автобуса. Водитель, остановите автобус. Выходи. Выходи. Я пожалуюсь на вас, Ее Величество. Я расскажу все папе, и вас уволят. И весь ваш автобус тоже уволят. Но как же мне теперь попасть в Редфорд? Что случилось, сэр? Что вы смеетесь? Ничего. Просто в этом автобусе ехала девушка и утверждала, что она принцесса. Принцесса? Но у нее не было денег. Она хотела попасть в Редфорд. В Редфорд? Остановите автобус. Ваше Величество, я понимаю вашу беду. Я поручу это дело своим лучшим офицерам. Они отправятся в город в гражданской одежде. Они найдут принцессу Приямваду. Надеюсь, в городе с ней ничего не случится. Боже, где же сейчас принцесса и что с ней? Защити ее, пожалуйста, Господи.